Всем здравствуйте! Снимаю продолжение, как обещала. 16 апреля мы делили вот эту орхидею напополам. То есть я оставляла два нижние листа, как пенек, чтобы детка там отросла или, допустим, цветонос. А вот эта часть верхушечная посажена была тоже отдельно. И посажена была в кору необработанную. То есть получается, как вот она с сосны, с поваленной, собрана. Я сама заготавливала и использовала на низкий рамзит, сверху кора. Кора эта примерно через буквально дня 4 начала цвести. Я говорила в том видео, что может появиться плесень, ничего страшного, не надо ни в коем случае раскапывать и по новой что-то делать. Все ушло. Вот здесь вот, прям вот во многих местах была зеленая плесень, белая, всякая разная. Как паутинкой плесень была, но это была плесень, а не паутина. Все это ушло. У кого, если так будет, не выкапывайте орхидею. Она должна акклиматизироваться. Не надо этого бояться. Сейчас я вам покажу, что произошло с 16 числа, как я ее делила. Сегодня 13 следующего месяца, то есть чуть-чуть месяц не прошел. Корни вот начинают новые уже расти. Не новые, а продолжает расти корешок, который был. То есть там прирост есть, он видно. И с этой стороны был корешок. Вон он, видите, молодой корень растет. Получается, здесь форма такая вот, как закругленная, и прям по этой форме он растет толстенький там. Тургор чуть-чуть потерян. Я бы не сказала, что как у остальных орхидей, прям вот такой вот, что ну, вообще не гнутся листья. Тут листочки, да, немножечко потерян тургор, но хороший все равно. Не сказать, что прям вот она, видите, не сказать, что прям такая вялая выглядит. Верхний листочек, который я повредила, ну, вот на краешке, вот так. Он так соединен скотчем, там с той стороны остался. Вот так выглядит. В общем, чувствует себя прекрасно. Я считаю, эксперимент мой удался. Это первая орхидея, которую я делила. Здесь нового листочка не было совсем, когда я ее делила. Сейчас, смотрите, новый лист. То есть она в росте и в листиках, и в корешках. И теперь я покажу вам вторую половинку. Смотрим внимательно. Детка появилась. Вот, видите? Ну, прошел, так скажем, грубо, месяц. Через месяц наросла детка. Начала развиваться. У этой половинки орхидеи листья прям не согнуть. Вот два листа я оставляла. Они даже еще плотнее стали, чем были. И еще хотела сказать. Часто говорят, купили орхидею, корни зеленые, хорошие, и потом она раз и погибла. Вот смотрите, видите, прирост у корешка. Вот это все корни на этом пеньке получается. Она у меня полита буквально на днях. Корни шикарные. Вот этот корень с приростом. И теперь смотрим сюда. Вот он, корень идет. Видите? Месяц этот корень без самой орхидеи находится. То есть орхидейные корни живут сами по себе очень долго. Вот наглядный пример. Месяц корень без орхидеи. Даже растет. Но с этого корня толку не будет. Все равно потом в итоге он поймет, что он ни к чему не прикреплен и потихоньку начнет умирать. Это еще раз говорит о живучести орхидеи. Вот такая у меня радость. Растет детка.
оставлю подсказочку, в уголочке будет, как мы ее делили. Но я даже не ожидала, что через такой короткий срок появится деточка уже. Сначала думала цветонос, но нет, там прям видно. Тут, наверное, не видно. Ну, видно, что такая остренькая. Фотографии вставлю, там будет видней. Вот она, видите? Отдельная прям детка уже видно. Растет. Я довольна результатом. Будем наблюдать дальше, что будет происходить. Но на данном этапе я довольна. Все прекрасно получилось. Будет теперь у меня две орхидеи. Ой, это немножко тургор потерян, но все равно хорошие листочки. Они чуть-чуть как-то как потоньше стали немножко, что ли. Они не задрябли, но чуть тоньше. Так что все прекрасно. Кто не мог насмелиться на деление орхидеи, может быть, посмотрит мой ролик и тоже надумает это сделать. Смотрите предыдущие ролики. Деление орхидеи, первый полив и через месяц результат. Вот уже деточка там есть. Так что, кто хочет делить, смотрите и делите свои орхидеи. Все подробно рассказала. Надолго не будем прощаться. Следующее видео будет про орхидеи, уже когда подрастет еще ощутимо вот эта вот деточка. Именно про нее будет продолжение. Наблюдайте за моим каналом. У кого есть желание, подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда жду всех на своем канале. До скорых встреч! И не будем надолго прощаться. Всем до свидания.